iPhone 2G. Разбор. Вероятно, уже не осталось людей, кто хоть раз не слышал про iPhone. 2G – знаковая модель как в линейке айфонов, так и вообще во всей индустрии мобильных гаджетов. Именно с нее началось повальное увлечение сенсорными телефонами. До сих пор, благодаря богатому набору возможностей и простоте использования, iPhone продолжает приобретать большое число поклонников по всему миру. Начинаем разбор со снятия нижней пластиковой крышки. Металлическим скальпелем надавливаем на границу крышки с основным корпусом и тянем крышку вниз. Далее выкручиваем три винта. Затем снимаем сим-лоток. Металлическую спицу вставляем между крышкой и рамой аппарата. Тяжелым предметом вбиваем спицу в аппарат. После характерного звука часть крышки отщелкивается. Остальную часть крышки отщелкиваем металлическим скальпелем. Часто во время неаккуратного вскрытия на алюминиевом корпусе появляются трещины. Далее процедуру повторяем с другой стороны крышки. Затем отгибаем крышку. Металлической лопаткой отщелкиваем разъем верхнего шлейфа. Задняя крышка iPhone снята. Металлической лопаткой поддеваем камеру и снимаем ее. Освобождаем коаксиальный кабель от силиконового клея заостренным инструментом и снимаем его. Точно такую же процедуру повторяем со вторым кабелем. Кабели отвечают за GSM и Wi-Fi сети. Откручиваем три винта системной платы. Затем металлической лопаткой отдираем батарейку. Батарейка плотно приклеена, и если аппарат ни разу не вскрывался до этого, то при съеме можно услышать характерный хруст. С помощью металлической лопатки аккуратно поднимаем плату. С обратной стороны платы находятся три разъема. Той же лопаткой отщелкиваем эти разъемы. Переворачиваем плату и отщелкиваем нижний шлейф. Извлекаем системную плату с батареей. Откручиваем винты по периметру аппарата. Пинцетом снимаем сеточку. Выкручиваем последний винт и вынимаем раму. С помощью скальпеля отклеиваем черную наклейку в верхней части корпуса во избежание помех при разборе. Для упрощения съема платы скальпелем отгибаем защелки по периметру телефона. Металлической лопаткой очень аккуратно поддеваем дисплейный модуль в верхней и нижней части. И снимаем его. Той же лопаткой поддеваем и снимаем накладку кнопки Home. Пинцетом отщелкиваем фиксаторы верхнего шлейфа и снимаем сам шлейф. Обратите внимание, под верхним шлейфом находится слуховой динамик. Системная плата состоит из двух частей – флешборд и коммонборд. На флешборд-плате находится процессор, контроллер питания, пользовательская память, SIM-считыватель и разъемы под периферию, разъем под дисплей, разъем под нижний шлейф, разъем под сенсор, разъем под верхний шлейф. На комборд-плате находится GSM-модуль и Wi-Fi-модем. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей iPhone 2G посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.